Здравствуйте, друзья. Среда, 3 октября, 9 часов 11 минут утра. Я двигаюсь на работу, а перед тем, как сесть за руль, я пошел глянул на сайт Госдепа, на ту часть, которая посвящена лотерее, Green Card. И таки да, обновилась страничка, и там есть ссылка на инструкции, кнопочка, да, на инструкции, кнопочка со ссылкой на фотографии. Это отдельные куски там на разных сайтах госдеповских. И мы их разбирали не так давно в наших видео, и с фото, и с инструкциями. В общем-то, я не знаю, уже, наверное, кто-то там сидит, пыхтит, заводит. Это полдень был по восточному побережью. У нас тут на западном это 9 часов утра. Я сейчас соображаю, значит, в Москве это 7 часов вечера, да? Вот самое время, значит, заполнять по московскому времени. 7 часов вечера, 3 октября. В общем, такая жизнь. У меня урок с утра. Вот буквально сейчас я приеду. И до 3 часов дня. Еще раз, 9. В 10 начинается урок. До 3 часов дня идет урок. Ну, потом там полчаса мне на прийти в себя, и я пойду заполнять формочку. Если хотите, я могу заполнять ее в прямом эфире. Что это будет, я пытаюсь сообразить. 4 часа у нас, это будет в Москве час ночи. Ну, я не думаю, что час ночи это как-то правильное время. Ну, а могу просто записать. То есть записать немножко проще, потому что можно потом подредактировать, там, если что-то там бывает, тут затык, там затык, потом вырезал, и как бы затыки не отвлекают зрителя от правильного способа. Я заполню какую-нибудь такую простенькую заявочку на ходу, ну, допустим, там мама, папа и там сын, вот что-нибудь такое, совсем простое такое, вот в лоб. И, собственно, и все, она такая будет липовая заявка. Я использую одну и ту же фотографию, что для мамы, что для папы, что для сына. Тем самым она будет по определению дисквалифицированная. Вот. И никому не помешает, никому вреда не принесет. Такая будет заявочка. А уже через несколько дней мы тогда сядем и будем подробно разбираться. Это уже будет не, там, не 15 минут, там, 20 минут, а это уже будет, там, может быть, не знаю, там, на час, на полтора. Ну, у нас есть такие видео уже. Но я понимаю, что как-то по логике, что ли, развития событий в практическом плане, так скажем. Не в теории, а на практике. На практике люди хотят видеть, как это сегодня происходит, при том, что даже, скажем, форма не менялась, правила не менялись, ничего такого не менялось. Но вот такая странная вещь. И я хочу еще одну сказать. Значит, действительно, там в правилах какая-то абсолютная бессмыслица сейчас есть, говорящие о том, что члены семьи, которых ты указываешь, это не только вот те, что у тебя сейчас, и дети там, допустим, от, ну, твои, от прошлых браков там и так далее, то там уже указываются не только, скажем, дети твоих бывших супругов, которые не твои, с которыми ты в разводе, но там даже указываются дети бывших супругов, с которыми ты в разводе, которые были после тебя. То есть какая-то абсолютная бессмыслица с точки зрения иммиграции, потому что никаких оснований у тебя нет, когда бы то ни было, взять с собой, там, привезти в Америку или как-то через тебя иммигрировать людям, которые вообще к тебе отношения не имеют никакого в принципе. Понимаете, это какой-то невероятный наворот. И что тут сказать? Значит, очень, очень много вопросов. Я бы сказал так, что если есть возможность все-таки написать вот как бы по букве правил, то я бы писал по букве правил, а сама мысль о том, что государственные всякие бумажки не имеют никакого смысла, ну да, это в любой стране, и это по абсолютно любому вопросу, в этом смысл бюрократии, это страшная вещь. Я могу вам процитировать из президента Рейгана замечательная фраза. Он говорит, звучит так, что в английском языке есть две самые жуткие фразы. Одна фраза – это «I'm from government», то есть я госчиновник, да, я из правительства.
И вторая, I'm here to help, да? Значит, я здесь, чтобы тебе помочь. Ничего страшнее этого нет. Поэтому все, что вы имеете от этих людей, вы имеете одни проблемы. Ну, что сказать. Если вы самодостаточны, если вы лежачий, то они приходят и как-то вот занимаются лежачим. То есть тем, кто не может сам о себе позаботиться. То есть кому-то без них не прожить, а кому-то они вот тут. Значит, если есть возможность не нарываться и отправить все, что они хотят, значит, надо отправить. Если такой возможности нет, я вообще не знаю, а откуда вы знаете, были ли у вашей бывшей дети в новом браке? Откуда вы знаете, в браке ли ваша бывшая, с кем бы то ни было еще? Откуда человек может знать такие вещи? Кто может сказать, знал он или не знал? И, то есть это выходит за рамки абсолютно, ну, не то что здравого смысла, а уже даже как бы, уже куда ниже плинтуса какого-то ушло такого вот. Тем не менее, если можно сделать по правилам, сделайте по правилам. Если нельзя сделать, ну, действительно, вот как-то не получается, я не могу вам советовать делать не по правилам, но вы уже тогда сами смотрите, ну потому что... Я не могу себе представить, что во время интервью, когда вы придете там куда-то, и вам скажут, а вот из этого, да, вот ваша бывшая, вот там дети после вас, дети там бывшие до вас и так далее, что это откуда-то может вообще всплыть. Я даже представить себе, откуда может всплыть, что у вас была бывшая. Ну, то есть, если у вас была бывшая, у вас есть совместные дети, вы указываете своих детей. И что иногда тоже сложно, потому что, например, бывшая может вам не давать возможности сделать фотографию ребенка, которую вы обязаны приложить. Но хотя бы есть смысл в том, что это ваш ребенок, и вы можете его потом захотеть забрать с собой. Если ребенок усыновлен, это то же самое, что ваш собственный, то есть вы можете его потом через иммиграционный процесс привести в страну. Если это ваша бывшая, и это ее ребенок от прежнего брака какого-то, или даже последующего, но не ваш, и вы не состоите в браке с этим человеком сегодня, вы не можете ни при каких обстоятельствах привести вот этого ребенка никак в США. То есть он не имеет значения, указали вы, не указали. Даже если вы их 10 укажете, все равно с ними сделать ничего нельзя. Они же говорят, не пишите тех, кто гражданин. Не пишите тех, кто имеет грин-карту. Почему? Не имеет смысла в иммиграционном процессе, это не имеет никакого смысла. То же самое здесь. Вот эти люди, которые указаны в правилах, в иммиграционном смысле никакого значения не имеют. Ну, еще раз, вот такая ситуация, это действительно такой вызов, да, значит, как с этим быть. Не знаю, я думаю, что когда все-таки дойдет до реально интервью и всех этих дел, вряд ли это как-то будет влиять на исход, потому что это абсурд, который уже сотрудники там консулатов, посольств должны будут осуществлять, и я думаю, что этого не произойдет, но еще раз, это мое личное мнение, в той мере, в какой я верю, что система при всей ее абсурдности, значит, ниже определенного уровня не опускается. Такие вот дела. Так что, друзья, значит, мой совет все-таки, значит, не стремиться заполнять эту форму сейчас, даже если сервер не висит, и, казалось бы, можно к нему там пристроиться и что-то сделать. Вот, значит, выждать недельку раз, разобраться со своими фотографиями, разобраться с тем, как и что делать, посмотреть видео, и вперед, вот, собственно, и все. И у нас, если вы спешите и хотите более подробные инструкции, они все у нас есть... плейлист называется FAQ Green Card Лотерея, и там, собственно, с прошлого года это видео висит, вы можете прямо сейчас его посмотреть. Такая вот такая история. Счастливо, друзья, и пусть все, кто рвется в бой, пусть у всех получится, пусть они будут победителями из этой лотереи. Счастливо!